милости Божьей, я сейчас несу пасторское служение в филиале церкви Ковчег, но это все по милости Божьей. Я анализировал, как произошло так, что, родившись в христианской семье, я не пошел по пути моих родителей, отца, матери. Когда мне исполнилось 18 лет, в мой день рождения на 18-летие, когда дома собрались молодежь христианская с церкви, когда гости, родственники, родители мои там ждали меня поздравить, все-таки 18 лет, а меня домой в наручниках привезли милиция, представляете, с обыском привезли, потому что это был мой первый срок. Для всех это был шок, конечно, и для меня тоже. Ну, и для меня-то, что я попался, а для них, что я вообще, кто я и как это. Мама там выбежала на лестничную клетку за милицией, за этой, подождите, вы не... Это ошибка какая-то, не может такого быть. Она так верила, что у нее такой примерный сын хороший. Я там всегда со всеми родственниками, со всеми бабушками у подъезда здоровался, всегда здравствуйте, здравствуйте. Они так меня все уважали. Никто поверить не мог, что я мог там что-то такое натворить, за что меня могут посадить. Тогда, когда я пришел домой после второго своего освобождения, пошел в церковь, попросил прощения, меня там восстановили, приняли, все. Но сердце не изменилось, знаете, это не меняет то, куда ты приходишь или с кем ты общаешься. Это косвенно меняет что-то в жизни. Но на самом деле внутренность не изменилась. Я продолжал курить и не мог от этого избавиться. Я не мог освободиться от зависимостей каких-то, которые вот влечение, там, азарт у меня был, и он оставался во мне. Я понимал это, что мне чуть-чуть где-то какая-то возможность забрежет, там, где-то что-то заработать каким-то образом неправильным. Я тащил все, что лежало неправильно, там, или плохо лежало, там, или еще что-то. Ну, то есть, и к тому же жизнь наполнена обманом была вся, потому что грех не приходит один, и порок не бывает просто в единственном экземпляре каком-то. Если я где-то в чем-то соврал, это тянет за собой другое вранье, другой обман, потому что мне надо покрывать этот обман, потому что я уже так сказал, теперь надо этого придерживаться, а оно и вот так, одно за другое, вот этот ком нарастает, и... Знаете, я перед Богом понимал, что я заблудился, я запутался. Я вот в этом клубке, я уже настолько запутался, я не знаю, где начало, за какой конец потянуть, чтобы распутать это все. Это надо было рубить просто радикально как-то и все это изменять. Но я не видел выхода, не знал, как с этим жить и как дальше быть, я не представлял себе. И вот однажды я просто... В размышлениях над тем, что мне пора жениться, я просто встал на колени и говорю: «Господи, я не знаю, почему у меня такой порыв был». Вот так вот просто я как-то захотел вот помолиться в тот момент. Я встал на колени, просто вот один был в комнате, никого не было. Я говорю: «Господь Иисус Христос, я понимаю, что у нас с Тобой не получились отношения. У нас с Тобой где-то вот пошел такой, ну, разлад где-то. Где-то мы с тобой разминулись». Я вот так искренне говорил, как сейчас с вами тогда, ну, открыл. Я просто Богу говорил такие вещи. Я говорю: «Мы где-то вот с тобой разминулись, я не знаю, как теперь это исправить. Но пусть у нас с тобой не сложились отношения, Господи. Пусть хотя бы жена у меня будет искренне любящий тебя человек, чтобы, может быть, тогда через нее и я смогу к тебе приблизиться». И потом я встал с этой молитвой. Я сам себе говорю: что я такое говорю вообще? Какое я имею право вообще рот открывать на эту тему Богу? Кто, где Бог, где я? Что Он от меня ждет и что я вытворяю? Как бы, да? Ну, какое я право имею такие вещи Богу говорить? Ну, как-то вот такие у меня самоосуждения, ну, такое было самоосуждение, что ли. Вот. И вы знаете, ну, как-то прошло время какое-то. Я, ну, звонок в дверь, я открываю, там стоит тут Илья с невестой своей, и вот гости стоят, среди них была и моя будущая жена. Уже настоящая. Вот. Ну и как бы я, ну, мысль такая, вот первая искра у меня проскочила, тогда: «О, ничего, девчонка». Вот. И там получилась такая история. Пошел брат один, ну, уезжал брат один, мы пошли его провожать с пастырем, который был, и еще там с одним братом пошли провожать
одного гостя до метро. Прошлись и назад возвращаемся. И я, ну, этот пастор меня спрашивает: а ты с чего не женат до сих пор? Слушай, а с вами вот девушка есть такая. Он сестра Люда, работает бухгалтером, получает неплохие деньги, живет у брата там, у сестры у своей. То есть он как будто у него заготовка. Да, такой мне выложил такую. Думаю, ничего себе. Да. Я говорю: так, а как у вас происходит это? И вы знаете, пока он мне рассказывает, пока вот этот разговор этот происходит, я вспоминаю вот эту молитву, которой я молился, я говорил, а он рассказывает, что эта сестра Люда, она в 12 лет приняла водное, это самое, приняла, ну, Бог крестил ее Духом Святым, в 15 лет приняла водное крещение, искренне любит Господа. И этими же словами, которыми я молился, чтобы она была искренне любящая тебя, я слышу свидетельство о ней такое, и я понимаю: Господи, если это ответ от тебя, и я сейчас не воспользуюсь этим, ну, шансом, я же потом себе, ну, локти буду кусать, и я потом не смогу простить себя. Я просил, и потом что мне Бог скажет? Ты просил, я тебе дал, чего ж ты не взял? Я же привел тебя прямо домой, как тебе еще дать? Они уехали, и мне пастор говорит: ну, через недельку где-то позвони. И я думаю, что сестра Люда уже надумает что-то. Я говорю: ну, хорошо, да. И тут они уехали, сутки ехать. На вторые сутки я прихожу с работы домой. Мне мама говорит: тебе с Питера звонили, перезвони. Ну, пастор звонил этот. Я думаю: ничего себе, а чего ж рано так? 2 дня всего прошло. Они же, или там на третий день это было. Думаю, сказали же неделю. Думаю, да, конечно, конечно, нет. О чем я вообще мечтаю? Куда я вообще лезу? Ну, тогда такие у меня были мысли. Думаю, о чем я? Ну, а что, позвонить-то надо все равно. Я звоню пастору этому. Вот, я говорю: приветствую, это брат Яша. А, да-да-да. Ну, и он такой начинает: ну вот, брат Яша, ты знаешь, сестра Люда, конечно, подумала. Да, это сложный, конечно, вопрос такой. Не, серьезно, она не ожидала, конечно. Она так, для нее это такой сложный вопрос был. Она, конечно, подумала так. Так неожиданно это для нее было. Но она согласна. Я аллилуйя! Кричу там в трубку. Я просто и дышать перестал. Я сижу, думаю, ну все, мне стыдно, хоть сквозь землю провались, конечно. Ну, человек, куда я полез? И потом вот так вот представляешь: да, она согласна, приезжайте. И я рассчитывал, что, женившись, это мне поможет измениться. Женившись и общаясь с человеком, который любит Господа, я думал так, надеялся, что это поможет мне измениться, это мне придаст сил каких-то, но вы знаете, не это меняет. Не это меняет жизнь, ни женитьба, ни дети, которые потом начинают рождаться, и не это меняет жизнь абсолютно. Только Господь может прийти в жизнь, то есть только Иисус Христос, нет другого имени под небом. Я же тоже родилась в христианской семье, как и Яша. В брак мы вступали в церкви. Вот, поэтому, в общем-то, для меня, в принципе, ничто не предвещало беды, так скажем. И через год где-то Люда узнала, жена моя, что, оказывается, я не тот человек, которого она видела во мне. Я не тот вообще абсолютно христианин, которого она хотела бы видеть во мне. Я стала чувствовать, что он курит. Ну вот у меня такое ощущение было. И я, ну, в себе, внутри себя как-то вот говорила себе: не может такого быть. Это было для нее тоже откровением. Я же тоже все это скрывал, я все это маскировал, но я избавиться не мог от этого. Конечно, первая реакция у меня просто внутри все, понимаете, сердце билось. Я вся, ну, как бы затрясло меня вот от этого волнения, от переживания, что я просто поняла, я попала. И первый вопрос у меня: Господи, за что? Почему так? Почему я оказалась на этом месте? Да, я поняла, что я в безвыходном положении, у меня маленький ребенок. Вот. Ну, я понимаю, что он меня обманывает. Значит, если все это время он не говорил, что он курит, значит, он просто может меня обманывать. Ну, как-то я вот жила с этим и не понимала, что мне делать. Мне смириться с этим? Или мне все-таки как бы какие-то предпринять кардинальные, ну, вещи? Да? То есть сказать: ты меня обманул. И все, как бы, знаете, вот как в мире делают, и все, значит, и расходимся. Произошел у нас разговор с Яшей, что я говорю: как так? Ну вот он сначала: нет, я не курю, ты что, нет. И вот каждый раз, когда он приходил с работы и пахло этим табаком, я говорю: ты что, покурил? Нет, ты что, я не курю.
И вот эти смотрят такими любвеобильными глазами, любящими, и обманывают меня. То есть я вижу, что любимый человек и любящий человек, он меня обманывает. Но как бы с другой стороны, я понимала, что это грех. И не то, что он хочет меня обманывать, а просто он по-другому не может. Я вот это для себя поняла, что он не может по-другому. Тем не менее, шли годы, шло время, и как-то Господь давал нам все-таки любить друг друга. Несмотря ни на что, у нас Бог соединил наши сердца, и Бог давал любовь. И как это происходило, это просто удивительно. Я не представляю, как можно такого вот вообще было любить вообще. Я просто удивляюсь, как Бог милостив, как Бог может менять сердца и взгляды человека, и как Бог может все преображать в жизни человека. И так вот шли годы, шло время, за меня молились, меня уже от церкви отлучили здесь, узнали там мой образ жизни, этот весь, конечно, это скрылось все долго, не могло продолжаться. И моя жизнь была наполнена настолько обманом, потому что в мою жизнь пришла зависимость одна, это вот зависимость от игровых автоматов, ну или просто игромания такая, да, меня 11 лет я в этом был просто погружен, с головой туда был погружен. Вижу сон такой, что мы идем с ним, ну, обычно вечером, бывает, гуляли с ним, вот так. И я вижу сон, что мы идем с ним гуляем, вот, ну, идем вдвоем, он так приобнял меня, как мы обычно идем. И у меня во сне понимание такое, что его разыскивают, вот. И он мне говорит, учит меня, как надо вести себя. И говорит, и у меня, я вижу просто во сне, что на каждом перекрестке стоят, ну, полиция стоит. То есть его ищут, как будто вот план перехват или что. И он мне учит меня и говорит, смотри прямо в глаза им, чтобы, ну, как бы ты идешь, и прям смотри прямо, чтобы вот они не подумали, что это мы, чтобы нас не остановили. И реально я помню даже этот перекресток, помню там, где мы снимали квартиру. Мы подходим, и я смотрю на полицейских, мы с ним глаза в глаза, и я чувствую, что вот доли секунды, и он хотел нас остановить, вот. Но и мы проходим. То есть вот он как бы колебался, и в это время мы их прошли, и он мне говорит, Яша мне говорит, знаешь что, мы вдвоем, когда очень заметно, давай мы сейчас разделимся. Ты направо, я налево. Когда я проснулась, я поняла, что будет то время, когда мы разойдемся все-таки. И я первое время, как бы, да нет, наверное, это просто сон, не буду, как бы не хотела просто принимать близко, но внутри себя почувствовала, что Господь все-таки запечатлел вот это вразумление. И потом очередной раз, это меня, опять же, я уже здесь, и один раз меня посадили, один раз условно мне дали, тоже там угоны автомобилей у меня были, там еще какие-то дела, потом 159-я статья была, это мошенничество там в особо крупных размерах были, ну тоже как-то все это, там то 3 года дали, то условно 3 года, потом реально 3 года дали, потом, и потом уже последний раз меня связался я с людьми, которые продавали наркотики. И последний раз меня уже, задержание произошло, меня посадили за, ну, по подозрению в распространении наркотиков, статья применялась ко мне, там срок от 8 до 20 лет, срок минимальный 8, что мне могут дать, максимально 20. И вот в этот момент, когда меня закрыли уже в кресты, ну, меня одного оставили, я как-то вот время идет, ну так, час прошел, как я один там побыл, наверное, и потом я стал рассуждать, а вообще думаю, опять тюрьма, опять я здесь, опять все сначала начинается, опять срок какой-то будет, наверное, мои там переживают, ну, такие мысли мне стало жалко семью свою, что они страдают просто, уже очередной раз они страдают, и из-за чего? Из-за моей безбашенности такой, из-за моей, безголовой жизни, вот такой, можно сказать, ну, безумной. И потом я подумал, что не только они, а вообще все, с которыми я встречаюсь, люди, с кем я только пересекаюсь где-то каким-то образом, все терпят лишения какие-то, все терпят какой-то урон вообще несут. Чаще всего это материальный урон.
бывает просто моральное такое опустошение, потому что они понимают, что их обманывают, им смотрят в глаза и врут просто, да, но люди тоже этого не любят, и понятное дело, что у них какое-то огорчение, опустошение приходит от того, что, ну, от такого общения. И я стал просто как-то вспоминать все свои жизненные вот такие ситуации, я говорил: «Господи, зачем такая жизнь мне нужна? Зачем мне такая жизнь нужна? Ну, вот скажи, тебе она вот такая нужна?» Я стал Богу вопросы задавать. «Скажи мне честно, вот сейчас мне скажи, тебе нужна вот такая моя жизнь, вот такая вся запутанная, вся искореженная, вся просто брошенная под откос, можно сказать. Вот тебе она вот такая нужна в таком виде?» Я точно знаю, не нужна, а мне и подавно. Я просто Богу говорю: «Господь, давай прямо сейчас, вот пока никого нет здесь в камере, пока никто не видит». Потом спишут на сердечную недостаточность, как обычно у них бывает. Ну, я понимал, что все, я дошел до ручки уже, до крайности просто. Представляете, я услышал, просто реально почувствовал, как он стоит здесь, и он слушает, и он слышит. И мне надо что-то говорить ему, потом не просто так вот истерить там просто, знаете, ногами по полу бить и что-то в истерике там. А нет, надо реально ему говорить, потому что он стоит и слушает, что я сейчас буду говорить. И у меня только одно было: прости, Господи. И потом меня действительно повезли, я попал в колонию «Тройку» Фарносова, 3. Я зашла в квартиру, я просто упала на колени. Я сказала: «Господи, 8,5 лет, я просто не выдержу». Но я понимала, что Господь не оставит. Я это, конечно, ну, я верующий человек, я понимала, что Бог не оставит. Но я сказала: «Господь, если только Ты пойдешь со мной, тогда я выдержу это». Я не помню такого отчетливого момента, когда мне мама конкретно сказала, что вот папа так и так, ну, папа в тюрьме. Я не помню такого. То есть как-то все-таки, ну, я понимала, потому что, ну, отчетливо так я не помню, если честно. Вот. Но папы, естественно, не хватало. Каждые 3 месяца мы собираем посылочки. Каждые 3 месяца я езжу на встречу, ну, как бы на свидание. Вот. Собираем посылочки вместе с детками, там, закупаемся, конфетки, расфасовываем, чай, кофе. Ну, как обычно, стандартный набор, который, в общем-то, мы собирали. Вот. А за это время, пока вот он сидит, Бог начинает с ним работу уже, такую капитальную, я понимаю. Идем, говорит, ну, пока у нас, говорит, есть еще клавишник, он у нас будет еще там 8 месяцев, потом он уйдет, потом ты будешь после него. А сейчас пока, говорит, посиди там в молельной комнате. Я говорю: «Где посиди? Ну, идем, я покажу». И там через библиотеку мы заходим, и там молитвенная комната. Представляете, мы заходим. Я такой просто думаю: ничего себе, куда попал. И я этому, как он назывался, этот художественный руководитель от клуба этого. Я говорю: «Игорь, я ни на чем играть не умею. Я здесь буду. Никуда не пойду, ничего не хочу. Я здесь буду». Просто Бог меня привел туда для того, чтобы вот просто мне была возможность там общаться, пребывать в слове, да, молиться. Просто я уединялся там один сколько раз. Это, ну, сколько надо, столько. Вот на проверку выходи, там в столовую сходи, покушай, опять приходи. На ночь спать уходил и опять потом туда же приходил. Такая милость была Божия, это просто что-то. Вы знаете, спустя какое-то время, я не знаю, сколько это, спустя, может, 2 года, наверное, я почувствовала, когда уже к нему приезжала, я почувствовала, что это другой человек. Я видела явные перемены. И потом я понимал, что вся колония на меня смотрит. То есть, ну, когда я что-то говорю там, когда я кому-то что-то проповедую, а приходилось такое, когда, ну, меня видят все время в молитвенной комнате, и люди приходили: «А ты здесь, да?» Ну, некоторые вообще незнакомые приходят: «А кто здесь? Ты здесь старший, да? А можешь помолиться за меня?» И представляете, как я скажу, что нет, не могу. «Конечно, могу. Заходи. Рассказывай, что у тебя». Ну, и как бы вот так вот. И вот так вот труд пошел там уже, в колонии. Мне приходилось выслушивать, и исповеди там приходили, ребята рассказывали. И просто приходил, говорит: «Я не могу, я помолись за меня. Я чувствую, меня тянет опять наркотики эти, меня просто убивают меня». И, ну, как бы просили молиться.
И, конечно, мы становились молиться. Я его обнимал просто, говорил: «Господь, ты видишь эту израненную душу, помоги, выведи его на свет». Вышел оттуда с целью, с намерением, с твердым намерением идти и служить людям здесь и просто нести свет Евангелия просто так вот, как Господь того хочет, как Он ожидает от меня. И я только сожалею об одном, что столько времени упустил. Дочка старшая, ей тогда было лет 6, наверное, она молилась: «Господи, дай, сделай так, чтобы папа вернулся в церковь и проповедовал». А жена такая, ну, в сердце своем думает: так, это какой там проповедовал, хоть бы вернулся, хоть через порог церкви перевалился бы, и то уже была великая слава и хвала Богу нашему. Хотя бы просто тушку свою принес сюда, и слава Богу. Она вот молилась вот так, чтобы папа вернулся и проповедовал. Знаешь, думаю, что она так вот, ей вот в детском мозгу что-то такое, знаешь, вот было такое. И вот Бог сделал так сейчас, что папа проповедует. Сказала: «Все, папа выходит». И я такая счастливая там, и заплакала, и мы с бабушкой обнялись, я побежала, а у нас километр нужно пробежать до, ну, дойти. Я помчалась на велосипеде, в общем, поехала, вот, и всем рассказала, все меня обнимали, такие: «Поздравляем». Я говорю: «Спасибо». Потому что Бог нас всех спасает, это главная цель Его. Даже не родить детей, даже не просто прожить счастливую долгую жизнь, а чтобы спастись нам всем в конечном итоге, просто прийти в Царствие Божие. Вот. И Господь этого достигает. Поэтому я очень благодарна Богу. Вообще, слава Богу за все, потому что, мне кажется, если бы папа пошел другой дорогой, может быть, он бы и сейчас не был в церкви. Вот, поэтому, ну, конечно, приходилось вот жертвовать чем-то, но ради такого я не обижаюсь на то, что пришлось чем-то жертвовать. Вот, потому что сейчас папа дома, слава Богу, все хорошо, Бог его так провел через все такие пути сложные. Вот, и мама, я вообще мамой восхищаюсь, потому что у меня мама как сильный, ну, пример такого сильного очень человека, сдержанного. Вот, и очень мудрая мама. Да, это милость Божия. Моя жизнь полна милостей, полна всяких чудес и милостей Божьих. И нам нужно замечать эти милости, замечать чудеса Божьи, замечать Его руку в своей жизни. Это очень важно, это очень ответственно нам просто быть благодарными за то, что Господь делает, чтобы во всем видеть руку Божию в жизни своей.